года, 15 февраля, отмечается этот день чествования участников боевых действий на территории иностранных государств. Сегодня мы отмечаем 33-ю годовщину вывода советских войск. Щоб ми кожен рік зустрічались тут, на цій площі, щоб в кількісному складі ви завжди приходили сюди. Дай Бог, вечорою, все одно. За мужність і героїзм виявлені при виконанні інтернаціонального обов'язку. Почесною грамотою нагороджується Тютюнник Володимир Олексійович. Дуже бойовому братству. Почесною грамотою нагороджується Лавриков Олег Володимирович. Почесною грамотою нагороджується Харченко Сергій Борисович. Подяка виконавчого комітету оголошується Щуру Олександру Васильовичу. Трошки задумався, не свято. Біжу. Дякую вам. 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 Февраля, день шинования участников боевых действий на территории иных держав. Каждый год мы собираемся в эту годовщину. В этом году 33-я годовщина вывода советских войск из Республики Афганистан. К сожалению, люди уходят, как я уже говорил на митинге. Самые младшие, кто вошел в Афганистан, это 68-й год рождения. Ну а если брать, кто был, это солдаты срочной службы. Если кто был там офицером, прапорщиком, им намного-намного больше. И самый наш аксакал в нашей организации, это участник боевых действий на Кубе, Литвиненко Семен Гаврилович, 1930 года рождения. Вот такой наш возрастной. К сожалению, каждый год люди уходят. Буквально за 5 лет умерло около 30 человек. На сегодняшний день в организации состоит 138 человек. Это участников боевых действий, инвалидов войны, вдов погибших, умерших участников боевых действий и участников войны. Югославия также у нас есть члены общества. И крайние это боевые действия были в Ираке. Также у нас есть 2 человека, кто принимал участие в боевых действиях в Ираке. Каждый год собираемся, каждый год вспоминаем, чествуем, вспоминаем тех, кого уже с нами нет. Нам через координационный совет
каждому члену общества выделена материальная допомога. 200 тысяч фактически.